Здравствуйте, в эфире новости первого Карагандинского. В студии работает Арман Кенжибек. Вначале коротко о главном. В областной инфекционной больнице скончались двое пациентов, госпитализированных с подозрением на сибирскую язву. Еще пятеро, в том числе один ребенок, находится под наблюдением врачей. 3 года лишения свободы за нарушение правил ведения строительных работ и превышение полномочий. Предприниматель Владимир Крючков признан виновным в преступлениях, повлекших прорыв дамбы в поселке Кокпекты весной 2014 года. Крючков Владимир Алексеевич признан виновным по статье 220-245, часть 2 года Уголовного кодекса Казахстан, редакция 97 года. Помощь на государственном уровне. Для поддержания производства в Карагандинской области будут привлечены инвесторы. В областном акимате обсудили меры по сохранению и развитию промышленных предприятий региона. Семеро жителей Шетского района госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. Двое из них умерли в больнице. Среди госпитализированных 10-летний ребенок. У всех пациентов одинаковые жалобы – сыпь на коже и повышение температуры тела. В настоящее время медики проводят обследование. С подробностями Айма Амрина. Айгуль Ахмед было всего 33 года. У нее осталось 4 детей. Самому младшему нет и 2 лет. Родственники рассказывают, что жалобы на плохое самочувствие у погибшей появилось после нарезки мяса. У нее появилась сыпь и температура. Скорая доставила женщину в областную клиническую больницу. По словам родственников, если бы медики приняли экстренные меры и назначили правильное лечение, летального исхода можно было бы избежать. Они не утверждают, что это заболевание сибирской язвы. Они говорят, что она находится под подозрением. Выписку, до сих пор выписку, как Айгуль Ахмед, мы не видели. На руках никто из родственников не держал. Но при этом они говорят, что завтра она будет доставлена специализированным грузом под особой охраной. То есть здесь уже выводы как бы мы можем сделать определенные. Мы не медики, мы не можем говорить, да, конкретно, как могла оказаться медицинская помощь. Но при этом ровно 1,5 суток она находилась не в том больничном заведении, в котором она оказалась после и оказалась в реанимационном отделении. По словам руководителя пресс-службы областного управления здравоохранения Айжан Исы, пока сказать с уверенностью, что у больных именно сибирская язва, нельзя. Результаты бактериологических исследований будут известны только через сутки. Погибшие женщина и мужчина поступили в больницу в состоянии инфекционного токсического шока. Спасти их не удалось. Нет, карантин не объявлен. Сейчас в этом поселке Шетского района проводятся все противоэпидемиологические мероприятия, то есть дворовые обходы, врач по домам ходит и ветеринарная служба. Пациенты находятся в реанимации. Среди них 10-летний мальчик, заболевший житель Шетского района. У всех госпитализированных был контакт с домашними животными. По словам медиков, даже если диагноз сибирская язва подтвердится, опасности для людей нет. Инфекция не передается от человека к человеку, исключительно от животных. Ситуация находится на контроле областного акимата. Создан специальный штаб. Айым Амрина, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Бизнесмен Владимир Крючков признан виновным в нарушении правил ведения строительных работ и превышении полномочий, что привело к наводнению в селе Кокпекте Бухар-Жыраусского района весной 2014 года. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Вместе с ним на скамье подсудимых находились бывший аким Кокпектинского сельского округа Бахтжан Смаилов и экс-начальник службы ЧС района Ринат Жантуликов. Им были предъявлены обвинения в бездействии по службе, повлекшие тяжкие последствия. Подробности далее. В Бухар-Жыраусском районе поставлена точка в громком процессе о наводнении в селе Кокпекте. Прорыв дамбы произошел 2 года назад, но люди до сих пор помнят трагедию. На скамье подсудимых оказались 3: арендатор плотины, бизнесмен Владимир Крючков, бывший аким Кокпектинского сельского округа Бахтжан Смаилов и экс-начальник службы ЧС района Ринат Жандуликов. Суд признал всех 3 виновными, однако тюремный срок заработал лишь предприниматель. Крючков Владимир Алексеевич признан виновным по статье 220-245, часть 2 Уголовного кодекса Казахстан, редакция 97 года. Назначить Крючкову Владимиру Алексеевичу наказание по статье 228 Уголовного кодекса Республики Казахстан в виде 2 лет ограничения свободы по статье 245, часть 2. Крючкова возьмут под стражу через 15 суток со дня вынесения приговора. Бахтжана Смаилова и Рината Жантуликова отпустили из-за срока давности преступления. Бизнесмен и его адвокат не согласны с решением суда и намерены обжаловать его. С обвинением не согласен абсолютно. Я считаю, что мы
Здесь потратили практически 7 месяцев в зале судебного заседания. 45 дней суд был в совещательной комнате. Самое интересное, что с приговором не согласны и некоторые жители села. Они считают, что Крючков стал жертвой в этой истории. Истинный владелец и ответчик за плотину, агрофирма «Шанырак», ушла от ответственности. Истинных хозяев плотины знают все жители села. Почему перед законом не предстали они? Крючков пострадал ни за что. К слову, владельцев агрофирмы «Шанырак» Ерлана Чкалова и Бахыта Асетова также привлекали к ответственности. Затем обвинения в их адрес были сняты из-за отсутствия состава преступления. Напомним, в результате прорыва плотины было подтоплено более 300 домов, погибли 5 человек, 12 пострадавших были госпитализированы в больнице. Наводнение уничтожило 51 жилой дом. Айем Амрина, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. Семью с 5-летней девочкой удерживали в рабстве в селе Агадыр в Шетском районе. Невольникам чудом удалось сбежать от сурового хозяина, упросив приезжих туристов забрать их с собой. Сейчас все трое находятся в кризисном центре. Данным фактом заинтересовалась полиция. В Агадыр выехала оперативная группа. Туристам семейная пара рассказала, что у них еще был 15-летний сын, который покончил жизнь самоубийством, не выдержав испытаний. При побеге семью и их спасителей преследовали неизвестные люди и неоднократно останавливали сотрудники дорожной полиции. Тем не менее, семья была доставлена в ДВД области. Никаких документов при них нет. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Незаконное лишение свободы». Руководством ДВД Карагандинской области создана следственно-оперативная группа, которая работает на месте. На сегодняшний день проводится расследование. У нас небольшая рекламная пауза, а после продолжим. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Продолжаем выпуск. В специальную экономическую зону Сарыарка будут привлечены инвесторы. Это поможет вдохнуть новую жизнь в заводы и предприятия области, которые находятся в трудной экономической ситуации. В областном акимате обсудили вопросы выполнения поручений главы государства. Чиновники заверили акиму области, что все поставленные задачи президента выполняются в срок. Добыча и утилизация метана и проект по очистке реки Нура – самые долгосрочные поручения, которые глава государства дал лично аппарату акима области. С начала 2016 года из администрации президента и канцелярии премьер-министра в акимат поступило 277 документов. Большая часть из них уже выполнена. Например, семейно-врачебные амбулатории и фельдшерские пункты, строительство которых идет полным ходом. В 2017 году ликвидировать трехсменное обучение в организациях среднего образования и проблему нехватки мест, предусмотрев выделение необходимых бюджетных средств. Третье. Послание главы государства от 17 ноября 2014 года. Нурлыжок, путь в будущее. Всего было 13 поручений, снято 5, на исполнение 8. На контроле у Нурсултана Назарбаева также находятся проблемные заводы, такие как машиностроительный имени Пархоменко, Караганда-резинотехника и Шахтинский завод по выпуску моющих средств. В эти предприятия будут привлечены инвесторы, которые помогут им снова заработать в полную силу. По восстановлению простающихся предприятий, там был упомянут завод Пархоменко, в настоящее время завод Пархоменко работает, и за январь-март текущего года была проведена продукция на 3-4 тонны запчастей. По компании «Монета» Дитерженс, получается, 11 апреля был проведен очередной конкурс. Компания «Караганда-резинотехника» была объявлена банкротом официально. Сейчас чиновники пытаются уладить вопрос с кредитором и сохранить промышленную зону. Их усилиями также спасены 4 предприятия. Они вошли в состав специальной экономической зоны Сарыарка. Введены в эксплуатацию новые проекты, такие как завод по выпуску патронов и «Эколамп». Айем Амрина, Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский.
Школьная форма любого фасона, на любой вкус и любой кошелек. В Караганде состоялась первая выставка производителей школьной одежды. Представлены модели 20 компаний Караганды, Сарани, Темиртау, Абая и Улутауского района. Представители фирм заявляют, что цены на их продукцию самые демократичные. Так ли это, выясняла Асель Сазамбаева. Карагандинским школьникам пока приходится довольствоваться нарядами, завезенными из Турции или Кыргызстана. Цены кусаются. Один комплект стоит от 10 до 25 тысяч тенге. Как подсчитали в региональной палате предпринимателей, в нашей области 526 школ. Это 174 тысячи учеников. Стало быть, ежегодно родители тратят на покупку школьной формы в общей сложности почти 5 миллиардов тенге. Получается, Безинформа – это та компания, которая внедряет и продвигает школьную форму отечественного производства. Сегодня мы сотрудничаем с ТО «Фортуна». Также мы открыты для других фабрик, таких как «Стежок», таких как «Дедал». То есть наша основная задача – продвигать отечественный бренд. Сегодня мы выставили по нашим эскизам школьную форму. Она подобрана специально для любой конституции детей, потому что дети разные, худенькие, полненькие, рослые и так далее. Да? Ткани мы отбираем самые качественные, самые лучшие. На выставке представлен большой ассортимент школьной формы. Как говорится, на любой вкус и цвет. Товар хорош по качеству и по цветовой гамме практичен. А вот что касается ценовой политики, мы решили узнать у самих производителей. Стараемся шить что-то дешевое, мы стараемся шить более качественное по приемлемой цене. Допустим, у нас получается сарафаны, которые представлены, начинаются от 5500 и выше, в зависимости от размеров. Трикотаж у нас, жилетки начинаются от 5000 и выше, кофты от 6000, юбки где-то от 3000 и выше. То есть, в принципе, среднестатистическая семья может себе позволить школьную форму. А вот другой производитель пропагандирует другую политику в области цен. Цена идет за комплект. Это в комплект входит жилетка, юбка или жакет, брюки. Это цена 6,5. 6,5, да. Для начальных классов или старших классов? Нет, для старших классов где-то 7 тысяч. Общие. Да, общие. Но рубашка и жакет – это уже отдельная цена. Для детей из малоимущих семей или же для воспитанников детских домов у некоторых производителей действуют скидки. У других вообще школьную форму можно приобрести бесплатно. Организаторы выставки – палаты предпринимателей. В надежде найти новые рынки сбыта, производители предлагают самые выгодные условия. Однако известно, что к новому учебному году родители начинают готовиться в середине августа. Вот тогда и будет видна реальная цена. Асель Сазамбаева, Исламбек Оспан, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Героев будут помнить всегда. В областном филиале партии «Нур Отан» в рамках партийного проекта «Ардагерлерди ардактайык» состоялась презентация книги «Герои Великой Победы. Казахстанцы». Увековечить имена великих людей помогали всей областью, а также исследователи из России и Белоруссии. Собирать информацию о ветеранах Карагандинской области начали с 2014 года. Партии «Нур Отан» в поиске информации помогали Совет ветеранов, Ассамблея народа Казахстана, Государственный архив и многие другие. У них была одна цель – восстановить исторические данные и биографии героев Великой Отечественной войны. Итог данной работы – двухтомное издание. В рамках проекта «Ардагерлер Ардактайык» у нас три направления работы. Это идет как раз активная работа составления социальных паспортов наших участников Великой Отечественной войны, ветеранов тыла. И второе – это оказание помощи на дому совместно с нашим молодежным крылом «Жас Отан». Мы оказываем содействие нашим ветеранам войны и тыла. Для написания книги проведены социологические исследования по каждому факту. Двухтомник является результатом совместной работы Института общественной политики партии «Нур Отан» с Международным институтом интеграции социогуманитарных исследований «Интеллект Орда». В книге рассказывается о героях войны – место рождения, место службы, место захоронения. Подробно описан героический подвиг каждого. Есть очень много вопросов к
которые еще остаются без ответов, касающиеся нашей великой победы. На презентации первый заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии «Нуротан» вручила книги тем, кто оказал помощь в сборе информации. Часть экземпляров будут переданы в библиотеки городов и районов области. Издатели уверены, что эта книга станет достойной литературой, которая найдет своего читателя. Пока двухтомник вышел только на русском языке. В планах выпустить издание на казахском и английском языках. Лариса Хусейнова, Исламбек Оспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Бесценный вклад женщин Центрального Казахстана в Великую Победу. В Государственном архиве Карагандинской области презентовали монографию. Авторы заявляют, что книга будет интересна студентам, преподавателям и всем, кто интересуется историей. История подвига советского народа в годы войны крепкими нитями связывает прошлое, сегодняшний день и будущее. Подрастающее поколение обязано знать подвиги своих предков. Листая страницы книг, изучая историю, молодежь узнает о героизме и подвигах. В основе монографии – архивные материалы, периодическая печать тех лет и воспоминания ветеранов Великой Отечественной. Книга подробно рассказывает о героическом труде женщин в то тяжелое время. Вы видите, что сегодня подготовлена историко-документальная выставка по документам архива. Именно вот эти все героини, наши славные дочери Сарарки, вошли в нашу монографию. У нас в зале сегодня присутствуют историки, ученые Каргу, участники Великой Отечественной войны, архивисты и студенты колледжей. 2 года и долгие поездки по странам СНГ понадобились авторам. Среди них доктор исторических наук, профессор Каргу, Зауреш Сактаганова, директор Государственного архива Карагандинской области, кандидат педагогических наук Жанагуль Турсынова, а также магистр истории, преподаватель школы Мурагер Айдос Магулов. Монография содержит полную информацию о женщинах на фронтах войны и в тылу. В приложении включены фотодокументы из личных архивов ветеранов, государственных архивов. Представлен также список участниц войны и тружениц тыла Центрального Казахстана. В целом около 200 имен. Дело в том, что эта книга посвящена, это первое вообще в республике исследование, научное исследование, монографическое исследование, посвященное региональной истории, женской истории, женским историям участия в Великой Отечественной войне. Женщины Центрального Казахстана сыграли огромную роль. И, в принципе, по Казахстану существует только одна работа монографическая госпожи Нурбековой, первоначальное издание 60-х годов. Затем она переиздана, была чуть расширенная в 89-м году. И после этого серьезных крупных изданий по гендерным проблемам участия женщин в Великой Отечественной войне просто не было. Поэтому в этой работе мы рассматриваем целый комплекс проблем, связанных с участием наших женщин Карагандинской области на фронтах, в тылу, и говорим о судьбах тех женщин, которые сделали огромный вклад. По данным статистики, только в 1941 году в военкоматы Карагандинской области было подано более 10 тысяч заявлений от девушек и женщин. Несмотря на свой юный возраст, девушки вставали на защиту родины, своих детей и их будущего. Преодолевая огромные трудности, они заменяли своих мужей, братьев и отцов у заводских станков, в шахтерском забое и на обширных полях. Работая в госпиталях, вдохновляли и возвращали в строй бойцов. Труд женщин в годы войны золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей Родины. Асир Сазымбаева, Жаксылык Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. И в конце выпуска. Дети с ограниченными возможностями будут учиться в одной школе с теми детьми, которые не имеют проблем со здоровьем. Такое необычное образование называется «инклюзивное». Нововведение дает ограниченным детям право на поддержку, дружбу, общение и быть услышанными. И все это возможно благодаря неравнодушным педагогам. Для этого специально из Москвы главный учитель области Асхат Аймагамбетов пригласил кандидата психологических наук Елену Самсонову. Вместе с педагогами на тренинге побывала и наш корреспондент Назгуль Талипова. На этих кадрах московские школьники на уроке русского языка. Первоклашки изучают буквы, которые даются с трудом, а требования высокие. В общем, идет обычный урок, но только присутствие двух учителей и странное транспортное средство у стены привлекает внимание.
Еще разочек смотрим. Наклонная. Урок между детьми и одним из учеников прерывает звонок. Необычный школьник пересаживается на инвалидное кресло. У первоклассника церебральный паралич. Но несмотря на тяжелый недуг, у мальчика появилась возможность совместно обучаться со здоровыми детьми в обычной школе. И все благодаря новой методике обучения, которая называется инклюзивное образование. В традиционной школе, которая до этого существовала, лица с особыми потребностями, они обучались в отдельных интернатных учреждениях, значит, у них не было социализации, у общества не было понимания этих проблем, толерантности к ним и так далее. Поэтому сейчас парадигма несколько изменилась, сейчас считается, что лиц с ограниченными возможностями необходимо интегрировать в общество, чтобы они получали образование в наших общеобразовательных организациях образования. Научить карагандинских педагогов работать в инклюзивном пространстве из Москвы на двухдневный тренинг приехал кандидат психологических наук Елена Самсонова. По словам доцента, еще несколько лет назад отношение педагогов, детей и родителей к инклюзивному образованию было негативное. Однако мировой опыт показывает, что люди с ограниченными возможностями имеют право на общение, быть услышанными и нуждаются в поддержке и дружбе. А у детей как раз меньше всего проблем с этим возникает. Они быстро адаптируются и быстро принимают. Родители сложнее, конечно, в этом плане, но они тоже через какое-то время, не сразу, да, там, не сначала, они тоже к этой мысли, соответственно, привыкают и видят уже пользу. Необычных детей в безбарьерную среду уже удалось внедрить в 20 школах города Караганды и в Осакаровском районе. В каждом классе за парты посадили по двое необычных детей. И вот первыми своим опытом делятся сельские педагоги. Вы знаете, я хочу сказать, что если вы придете к нам в школу, вы особой разницы не увидите между детьми. То есть в классах все очень дружелюбно друг к другу относятся. Нет разделения, нет какого-то отторжения. В управлении образования уже начали поэтапно внедрять инклюзивное образование. До конца этого года намерены перенять опыт зарубежных коллег. В 2017 году приступят к разработке учебников и повышению квалификации педагогов. В 2018 намерены по государственной программе занятости 2020 оборудовать школы, чтобы необычным детям было легко передвигаться. А в 2020 году начнут прием необычных детей в общеобразовательные и дошкольные учреждения. Да, детей будем видеть рядом. Конечно, и общество будут совсем другие взгляды. У нас будет больше создаваться возможностей для этих категорий, да, то есть и безбарьерная среда и так далее. Сегодня они заперты. Они либо в своих домах, либо в специальных школах, мы их не видим. А задача сегодня стоит в том, чтобы обеспечить возможность, чтобы они также были полноправными членами нашего общества, чтобы они также такое же качество обучения получали, чтобы они с такими же ребятами могли взаимодействовать, чтобы они могли получать образование в такой же школе. Вот в чем задача. Назгуль Талипова, Жаксылык Нуртай, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Это все, что мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.